Вы знаете, приветствую вас. Нет такого понятия, как нормально. Вопрос в том, приемлемо для вас это или нет. Если лично для вас это неприемлемо, оскорбительно, неправильно, неуважительно по отношению к вам, то ненормально. А если вы считаете, что это более-менее приемлемо, то нормально. Потому что, так сказать, приемлемость того, о чем можно спрашивать, а о чем нельзя спрашивать человека, определяется самим человеком и культурой другого человека. Мужчина может это спросить, потому что не знает, как вы на это отреагируете, но он рассчитывает получить какую-то реакцию и в зависимости от него строит с вами какое-то общение. Но поэтому только ваше восприятие определяет, нормально это или нет. И если вы считаете это оскорбительным и неприемлемым, то такое общение, безусловно, нужно пресекать. Что касается в общем, то здесь ситуация так следующая. Мужчины, как минимум, не проявляют к вам должного уважения. Стремиться как можно быстрее сблизиться, возможно, для интимного времяпровождения. Соответственно, если вас такое не устраивает, то, опять-таки, такое общение нужно пресекать. Потому что мужчина определенно настроен в отношении вас в одну сторону, в сторону секса, и все зависит от того, чего вы хотите сами от этого общения. Если вы также разделяете его интересы, его ожидания, его взгляды, то тогда, безусловно, проблем нет, и это абсолютно нормально, если это устраивает вас обоих. Но если вас это не устраивает, а вас, судя по всему, не устраивает, раз вы пишете сюда, то тогда, безусловно, нужно об этом сказать мужчине, может быть, как-то его охладить, усмирить его пыл, но, скорее всего, если в первый день знакомства прозвучали такие фразы, то мужчину вы интересуете исключительно как сексуальный объект, а не более того. И все это собирается исключительно только ваши ожидания, но как и они. Если по какой-то причине ваши ожидания совпадают, то главное, чтобы вам было обоим хорошо. А если нет, то вы можете сказать мужчине о том, что вы не приемлете такого общения, не приемлете таких вопросов. И если мужчина вас уважает, если мужчина испытывает вам искреннюю симпатию, то он, безусловно, обратит на это внимание и не повторит никаких вопросов. Но, скорее всего, почувствовав, что вы его оттолкнули, он просто-напросто начнет от вас отдаляться, и в итоге общение прекратится. Но может быть так, что это действительно его охладит, и он начнет более уважительно к вам относиться. В любом случае, о своем недовольстве, если таковое есть, нужно обязательно ему сказать. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы возникли, обращайтесь в личку, всегда помогу. Пока желаю вам удачи, всего доброго и надеюсь вас